В Люберцах стартовал отопительный сезон. В первую очередь к теплу подключили детские сады, школы, больницы и поликлиники. В том, что температура в социальных объектах действительно комфортная, убедились мои коллеги. В дошкольном отделении 41-й гимназии, более известном как детский сад «Синяя птица», батареи стали теплыми еще на прошлой неделе. Как и во всех социальных объектах Московской области, отопительный сезон стартовал здесь 13 сентября. В группе «Тепло» отопление работает. Все хорошо у нас. Вот видите, дети как одеты в облегченной форме. Мы тоже в облегченной форме. Комфортно нам. Комфортно и тепло во всех учреждениях, где обучаются дети. Запуск отопления в детских садах, школах и объектах дополнительного образования выполнен в полном объеме. Чтобы подключить весь городской округ к теплу, остается провести работу в нескольких жилых домах. К пятнице будут все квартиры до последней, без исключения, с отоплением. У нас работает единая диспетчерская служба. Мы получаем информацию от жителей, отрабатываем все жалобы, которые поступают. Жалобы, связанные с подачей тепла в жилые дома и социальные объекты, отрабатываются в приоритетном порядке в течение 2 часов. О проблемах с отоплением можно сообщить в единую диспетчерскую службу ЖКХ городского округа Люберцы. Луиза Игязарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.